Быстрее ставь лайк и будешь учиться на одни пятерки! Ребята, всем здорова! С вами, как всегда, Оверкус, и мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Scrap Mechanic! Всем здорово, друзьяшки! Ну что ж, друзья, сегодня у нас будет карта от нашего подписчика Артема. Огромное тебе, Артем, спасибо и приветик мы тебе передаем. Смотрите, друзья, да, какие у нас сегодня будут правила. У нас с Никитом есть две стороны, красная и синяя. Красная пускай будет моя. У нас карта состоит, друзья, из различных мостов, переходов и огромного количества бомб. Мы с Никитой сегодня будем перестреливаться, и наша самая главная задача — разрушить вот такие вот кубики на каждой стороне противника. Всего этих кубиков у меня 4. И у Никиты 4. У кого эти кубики кончатся, друзья, у того рушится база, и как бы у кого первые они кончились, тот и проиграл. Вот, также у нас есть просто бомбы, друзья, благодаря которым мы можем скидывать своего соперника вниз. По правилам, если кто-то из нас падает вниз, он не может стрелять, пока не заберется на платформу. Ну что, Никит, давай забежим в свои вот эти кубики, вот такие у меня красные, у тебя синий. Давай. И, в принципе, друзья, ставьте большой палец вверх, а мы с Никитосом начинаем. Давай, Никит, все, я готов, можешь давать отсчет и наша... Подожди, я упал. Я упал, не? Да. Все, давай отсчет. Подожди, я не могу залезть, бро. Я не могу. Все, отсчет, бро, и погнали стрелять. Давай, 3, 2, 1. Погнали! Побежали! Почему у меня сразу лагать начало, как ты начал стрелять, братан, по стеклу? Я не знаю, я тоже. У меня не лагает. Ну-ка, братик, знаешь, что я хочу сделать, братан? Быстренько. А, чё? Куда побежал? Не знаю. Далеко? Бам! Ах ты! Что сделал? Нифига ж, подлагивает, ребят. Ох, жестко. Тихо, не стреляй по мне. Аж подлагивает. Хватит по мне стрелять, я тебе сказал. Блин, у меня сейчас вообще миллиметр допадет. У меня лагает. Давай, давай, взорвись. Хорошо. Взорвалась, нет? Да, все взорвалось, бро. Теперь заново надо залазить. Я только с своей базы, да, могу залазить? Да, только со своей, братан, по правилам. Ладно, а сколько ты мне уже штук-то взорвал? Нисколько, ни одной. Это просто я бомбы взорвал, я тебе не взорвал эти. Вот один взорвался с ящик, братан. Вот сейчас один первый пошел у тебя. Оп. Хорошо, я упал вниз, но не в самые, друзья. Ё-моё, это на самом деле потно. Капец, это уго... Что думаешь, самый умный? Оу, нет! На! Ай! Чё ты подлагивает, братан? Не знаю. Так, тихо, аккуратно. Ты где? Куда пошел, Вася? Захват флага. Ладно. Захват флага, бро. Ладно. Сейчас я тебе вторую. Давай, стреляй. Давай. Чё так подлагивает, ребят? А вот тут на самом деле бомбы так спрятаны очень-очень жестко. Далеко, да. Да, есть, вторая пошла, у меня первая. Есть одна. Блин, я упал. Есть одна. Блин, я упал, ё-моё, ребят. Слышь, Никит, уже 3 минуты прошло, а мы только 2 разрушили, но я у тебя, а ты у меня 1. Капец, это долго, друзья, интересно. А, братан, ну на самом деле, ну как бы я тебя понимаю. Чё за лаги, на? Что такое? Yes! Ну, братан, я себе тоже 2 взорвал, но что я тебе могу сказать? Ну, у меня уже 1 есть подготовленная. Я по ней стрелял в первом, так сказать, не падении, и она прям реально уже очень классная. Нет! Ну-ка, стой! Пошел отсюда. Давай на молотках, братан. Давай попробуем на молотках подраться. Уберем, да, пушки и попробуем сейчас на молотах, ребята, мы подраться. Да что с лифтом, брат? У меня, кстати, ребята, еще почему-то подлагивает. Походу, надо покупать новый компьютер, чтобы не лагало. Да. Так, а ты где? Стоп. Ты сверху? А, он там бьет, ребят. Он там бьет, офигел. Я копаю шахту. Получи. Да, ты помогаешь мне. Я тебя столкнул, братан, чтоб ты, блин, так... Он мне просто, ребята, просто помогал мне, понимаете? Ой, Никит, а что будет, если... Стою, копаю. Если я сделаю вот так. Я не знаю. Что? Раз. Что ты сделал? А почему? 2. Почему я упал? Я не знаю. 3, 4. Блин, я упал! Я, короче, тебе на твоей половине почти все бомбы хотел сбить, братан. Ну, вот эти зеленые, которые не внутри, а просто такие бомбочки. Да, так от них ничего не будет. Ну, просто тебе будет сложнее ходить. Что скажешь? Все равно психологическая... Сложнее ходить. Психологическая атака! Мне и так сложно. Пошел отсюда! У меня и так лаги. На! Отстань, упади вниз! Сам упади! Сам упади! Дьявол! Падай! Давай! Оба! Оба упали!
Нормально. В итоге такие два памс, и все. Да, друзья, бывает и такое, конечно. Реально угарчик. Так, оп, я теперь вынужден прыгать, как скилл-тест паркур у себя, братан. Шаришь на районе? Нас на районе. Не звонят, а ходят, а точнее прыгают. Оп, на тебе еще. Не звоняй, заходят. Ну да. Нет, Никитка, получи. Ух ты. Ну иди отсюда, в смысле ты не дрыгаешься? Я бессмертный. Я по тебе вплотную стреляю. Я бессмертный дьявол. Да в смысле, отойди, отошел, я тебе сказал. Да. Ты надоел. Ну упади уже. Упади. Ты надоел. Да в смысле? Yes, ребят. А где бочки-то твои? А, вот она сверху. Я и забыл. На. А чё она не разрушивается, брат? А чё она не разрушивается? Реально? О. Я сижу. В смысле, я как-то так упал, дорога? Нет, блин, ё-моё, прям в самый низ. Блин, друзья, это невероятно круто. Поставьте, пожалуйста, большой палец вверх. Такого у нас еще не было. Прям перестрелки в воздухе некий что-то взрывает, ребята. Эть, куда? Да не стреляй по мне. Куда? Да уйди отсюда, я тебе сказал. Нет, некий. Ох, взрывы. Перестрелки, бамбы. Я пошел. Нет. Бамбы. Бамблби. Нет! Бамбы! Давай, давай! Вон там бочечка, моя любимая, давай! Сейчас упадешь! Все! Жестко! А ты еще и не упал? А сколько у меня? У меня последняя осталась, что ли? Реально? У меня осталась последняя? Да ну нафиг! Да, у меня что, у меня две осталось? Да, у тебя еще две! Серьезно? Да! Нифига ты! Ой, я упал! Блин, а только я не знаю, где твоя третья. Нет, ребята, я упал! Не надо! Надо быстрее некий там взорвать! Не иди, можно я дойду? Да я пойди отсюда. Хорошо. Да хватит меня толкать, алло. Yes. В смысле, там же была жирная дорожка, алло. Там была жирная моя тактика, братан, которую я использовал и придерживался. А где? Взрывай! Мало мы ее придумывали. Где взрывай? Да, но! Ничего себе рвануло! По-моему, не одна бомба была. Да, походу, да, все, у нас по одной, братан, осталось с тобой. Иди отсюда. Ух ты, нет, братик. Падай. Да блин, ты долетел за твоих... Падай. А, я понял. А ты где? Я понял. Бро. Я? Я перед тобой прям. Ты чё, я Слендер? Да! Я прям зашел к тебе в этот, в логово маньяка под дых прям. Да блин, скользнулся. А где твоя последняя? Давай. Она сверху, ребят. А мне, чтобы стрелять туда, что вообще нужно сделать? А, я понял. Вот так вот надо сделать. Да, именно так. Да блин, что ты делаешь? Yes! Есть! Хорошо, ребята! Так, Некит, я стреляю уже по последней. Где ты? Я стреляю уже по последней, братишка. Стоп. Да уйди отсюда, сказал! Нет, кто пошел? Падай, брат. Хватит. Ну все, Некит. Ну, тут у нас, понял. Друзья, победитель! И это мистер Овер Шоу! Мистер Крабс. Ну-ка, а что она не взрывается? Я ничего не попал? Я не попал! Иди отсюда! Овершоу! Иди отсюда, мешок! Ну-ка, бамс! Yes! О, смотри, твоя база взорвалась! Смотри! Некит! Я улетел! Посмотри, бро! Ты видел? Я когда все твои эти штуки взорвал, у тебя взорвалась база! Именно... А ты видишь, где я? Нет, где? Где? За картой. Где? В смысле за картой? Вон я там стою. Ну, забегай, короче, давай посмотрим так же, что с моей базы будет. Я успел быстрее разломать базу Некита, у меня какие-то глюки. Взорви, смотри, теперь вот там вот, братан, где у меня подъемник. Смотри, сейчас все взорвется. Но! Жестко. Бамс! И все взорвалось. Здесь вход появился. Да, заходи, братан. Давай попробуем все бочки взорвать. Да, я вот хочу маленькие вот эти зелененькие, да, давай все повзрываем. Блин, а карта реально прикольная, я и не знал, друзья, что наша база разломается. Да. А как это вообще произошло, я вот не понимаю. Именно 4 бочки взорвалось, а потом что-то взорвалось. Это как-то, видимо, они через коннекторы. Огромное спасибо еще раз Артему, друзья, за такую карту. Это реально жестко. Так. А, блин, а где тут? Бам-бам. А все, походу, мы все взорвали с тобой, да. Ну что, друзья, на этом наш ролик заканчивается. Обязательно подпишитесь на все наш канал, на Никитосика подпишитесь. Ссылочка на него будет в описании, друзья. Смотрите его ролики. Также, друзья, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на наш канал колокольчики, оставляйте много положительных комментариев.
комментариев. Чем вы их больше напишите, тем у вас будет больше шанс попасть в еще ролик «Лучший комментарий», либо получить от меня сердечко в комментариях. И то, и то, друзья, круто. Если досмотрели ролик до конца, напишите в комментариях слово «перестрелка». Это будет реально забавно, узнаем, кто смотрит ролики до конца, а кто нет. Ну а с вами, я повторюсь, сегодня были классные ребята Overkus. Если хотите сделать для нас карту, то сделайте, скидывайте нам ВКонтакте, мы обязательно запишем, передадим вам приветик в ролике и скажем вам спасибо. Ну а на этом у нас точно все. Всем удачи, друзья, и пока-пока! Пока, друзьяшки!